Здравствуйте, меня зовут Алексей Андреевич Шумский, я врач-травматолог-ортопед из Юсуповской больницы. В последнее время все больше и больше мы меняем коленный сустав не полностью, а частично. Эта операция намного более щадящая и дает намного лучшие результаты, чем полная тотальная замена коленного сустава. И, как правило, позволяет забыть о том, что ваш сустав оперирован, а для многих пациентов даже это способ вернуться в спорт. Многие наши пациенты выступают в международных соревнованиях и занимают призовые места. Такое невозможно с тотальным эндопротезом коленного сустава, но вполне возможно при частичной замене. Операция выполняется через мини-доступ. Операция выполняется только с помощью робота Мака. Абсолютная точность позволяет воспроизвести идеальную кинематику коленного сустава и вернуть пациента к нормальному жизни.